Далее Локомотив, который сегодня армейцев обыграл в сухую. 4-0, 12 баллов. И замыкает тройку сейчас Дельта, которая так сегодня уступила. А здесь какой гол! Из-под Сергея Шевкунова сейчас Родриго, подставляя ногу, входит в коридор и забивает. Руслан Пернай явно недоволен. Высказывает претензии Сергею. Не доработал немножко, но, конечно, касание от Родриго аккуратное, мягкое, прямо над Павлом Баженовым. Ну, отправляет Руслан Пернай разминаться Алексея Зуева, который наверняка